В Анапе близится к завершению 6-й международный турнир по боксу памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Как мы уже сообщали, более 120 мастеров кожаной перчатки от 18 до 19 лет из 13 стран мира взяли старт в этом престижном соревновании. В составе сборной России в весовой категории до 81 килограмма успешно выступает представитель школы бокса Дагестана, двукратный победитель первенства Европы Али Шабанов. На пути к финалу он выиграл 3 боя. В поединке за первое место боксер из Дагестана встретится с победителем первенства Европы 2009 года Олегом Кузьменковым из Краснодара.